Здравствуйте, друзья! Сегодня снова с вами я, Ирина Матькель. Сегодня я хочу вам показать очень красивый образец вышивки. Это кутюрная вышивка Эммануэль Унгаро, 75-80-е годы. Ну, просто я хочу показать идею, как можно использовать лепестки уже готовых цветов, чтобы сделать просто умопомрачительную вышивку. Здесь у нас маленькое такое бюсье, как бы ничего такого сверхъестественного. Пока что я только вам показываю вышивку, потому что здесь есть вещи, которые мне надо будет отреставрировать, и потом я вам уже покажу непосредственно изделие. Наслаждайтесь, вдохновляйтесь, посмотрите, как можно красиво использовать уже готовые цветы, которые продаются, если вы не имеете время и желания создавать такие цветочки вручную. В общем-то, я решила, нужно срочно вам показать. Итак, друзья, вы видите на этих фотографиях, что все эти лепесточки пришиваются слоями, между которыми укладываются бусины, стразы, бисер. Все это пришивается на сеточку. Также вы видите, что можно даже дополнительно вышивать какие-то элементы при желании, когда нам хочется что-то добавить к этим готовым лепесточкам. В конце видео, в конце ролика вы увидите бисер со всех сторон. И хочу сказать, друзья, что я очень вам благодарна за интерес к моему творчеству, за поддержку моего канала, что вы смотрите мои видео, подписываетесь на мой канал, комментируете. Я буду и дальше радовать вас красотами, с которыми я работаю каждый день. Спасибо большое еще раз и до новых встреч, друзья! Всего хорошего! С вами была Ирина Матькель, реставратор винтажной одежды и аксессуаров. Всем привет из Парижа! Пока-пока!